выступать еще хорошим танцором, разным артистом, потому что ты помимо того, что выступаешь, получаешь удовольствие от своей работы, от танца, от искусства, это само собой. Но помимо этого ты видишь мир, ты видишь разных людей, абсолютно разного слоя, разных карьеры людей, деятельности, да, с ним встречаешься. Еще помимо этого, вот, как сегодняшний день, под Киевом я нашел для себя новое место, Киевское море на фоне, за моей спиной. Здесь база отдыха находится, Джинтама. Вот такие есть красивые места. Это не то, что мы, не, там, мы каждый из нас, да, может поехать, вы и я, там, и так далее. Но не всегда время бывает, допустим, выезжать куда-то, туда, куда тебе хочется, или находить какие-то новые места, потому что времени бывает. А когда ты выступаешь, ты хочешь или не хочешь, ты уже вынужден ехать на те или иные красивые места и заодно это видеть, то есть находить. Сделать такие находки для себя. Чувства. Так что если вы надумали тоже идти по этой тропе, вот чтобы вы знали, что есть такие плюсы у нашей работы, в нашей деятельности. Воздух очень чистый, чуть позже будем выступать с танцем. Лезгинка, конечно же, и танец будет горский. Тоже зажигательный, не менее зажигательный танец. Так что вот так вот. По вечерам здесь бывает дискотека. Мы будем вот в том шатре выступать. За вот что. За моей спиной. Вечер приближается, скоро будут уже гости. Мы все готовы. И саксофонист тоже готов. Кавказ. Аплодисменты. We'll be right back.
Большое спасибо. Супер. Давай. Опасная сила.